Добрый день, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Недавно наша съемочная группа вернулась из экотехнопарка, где 10 февраля состоялось значимое событие. Но обо всем по порядку. Итак, напоминаем вам, что экотехнопарк – это не обычный объект, а центр практической реализации инноваций SkyWay, их международные сертификации и экспертизы. Транспортно-инфраструктурные прорывные технологии, к которым относятся небесные дороги SkyWay, имеют самые большие потенциальные мировые рынки на планете, более крупные, чем, например, мобильная связь, компьютеры, электроника, которые уже сегодня имеют рынки сбыта на триллионы долларов в год. Хотя совсем недавно они начинались в гараже, и практически никто в них не верил и не давал им шансов на жизнь. Уже в конце текущего года здесь начнется демонстрация и сертификация транспортно-инфраструктурных технологий. Высокоскоростного междугородного SkyWay со скоростью до 500 км в час, объемом перевозок не менее 200 тысяч пассажиров в сутки, себестоимостью в 20 раз меньше, с энергопотреблением в 5 раз и стоимостью проезда в 7 раз ниже высокоскоростной железной дороги в эстакадном исполнении. Городского SkyWay со скоростью до 150 км в час, объемом перевозок не менее 20 тысяч пассажиров в час, себестоимостью в 50 раз меньше, с энергопотреблением в 2 раза и себестоимостью проезда в 3 раза ниже подземного метро. Грузового SkyWay с объемом перевозок до 200 миллионов тонн в год, себестоимостью в 2 раза меньше, с энергопотреблением в 5 раз и стоимостью транспортировки в 3 раза ниже промышленного конвейера. Подвижного состава, состоящего из промышленных образцов высокоскоростных и городских рельсовых автомобилей на стальных колесах, грузопассажирских юнибусов и грузовых юникаров. Автоматизированных систем безопасности, управления, энергообеспечения и связи, построенных в новой инновационной логике. Путевая структура и подвижной состав будут обладать интеллектом и органами чувств, в том числе с уже знакомым вам машинным зрением. Транспортная инфраструктура, включающая станции, вокзалы, ремонтные мастерские, погрузочные и разгрузочные терминалы, стрелочные переводы и так далее, созданные специально для транспорта второго уровня SkyWay. Сопутствующие инфраструктуры для жизни, работы, отдыха и развлечения людей. Промышленного производства гумуса из белорусской органики, преимущественно торфа, чтобы в мире можно было строить не только современные дороги, линейные города, производственные кластеры и города-спутники, но и параллельно озеленять пустыни, осваивать и заселять шельфы морей и океанов. Пока же экотехнопарк мало напоминает цветущий сад, но сотрудники нашей компании и ее подрядчики в любую погоду, невзирая на снег, ветер и непролазную грязь, делают все возможное для достижения поставленной цели, причем укладываются в установленные сроки. 10 февраля 2016 года состоялась установка последней стальной промежуточной опоры городского транспортного комплекса SkyWay. Была произведена сварка элементов конструкции и ее монтаж был завершен. Поневоле напрашивается вопрос, а зачем вообще нужно было делать 17 опор железобетонными, а одну стальной? Во-первых, мы хотим показать универсальность наших технологий, то, что промежуточные опоры могут быть из разных материалов, выбор которых зависит от типа ландшафта, логистики, местных особенностей и так далее. Например, где-то дешевле ставить железобетонную опору, как в нашем случае, когда неподалеку расположены цеха завода «Белэнергостройиндустрия», филиала промышленной деятельности республиканского унитарного предприятия «Белэнергострой», где будут изготавливаться многие элементы экотехнопарка, уникального предприятия. Среди ключевых заказчиков этого завода – белорусская АЭС и проект SkyWay. Там же, где нет подобных заводов железобетонных конструкций, а также в труднодоступных местностях, может оказаться более целесообразным ставить подобные, например, стальные опоры, доставляя их на место с другими элементами путевой структуры вертолетом. Используя метод поточного строительства, возможно провести их армирование и бетонирование впоследствии по достижении определенного этапа готовности трассы, которая при этом до ввода в эксплуатацию будет выполнять функции подъездной и технологической дорог. Это делает излишним их сооружение, равно как и возведение временных подсобных помещений, бытовок и так далее, функции которых будут выполнять неиспользуемые пока по назначению, но уже построенные станции. Все эти факторы напрямую влияют на значительное снижение себестоимости строительства трасс SkyWay.
Насколько вы понимаете, завершением установки всех промежуточных опор дело в этот день далеко не ограничилось. Также продолжалось армирование несущих стен и диафрагм жесткости второго уровня логистического узла SkyWay, совмещенного с первой концевой анкерной опорой. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компании SkyWay по адресу rsvdefisystems.com. Присоединяйтесь к нашему проекту. И если в вашей жизни недостаточно значимых, важных событий, вместе с нами их станет более чем достаточно. Строй SkyWay, спасай планету!